Хейо, гости Мишумки, мы продолжаем проходить игру под названием Castle in the Dark. Да, это просто жопа. Мы убили с вами ледяного, получается, только босса, да? Ну, не беда, у нас с вами уже близок следующий босс. Это большая змеюка. Для этого мы лезем сюда. Обязательно нужно накоцаться, это обязательно, ребят. Это обязательно. Я не знаю, если бы у бумеранга больше дэмэджа, почему бы не использовать его? А, ну типа вперед-назад, я понял. Да, нужно замочные не забывать. Давайте, короче, я возьму по оружию меч. А, у него два урона. Ну, блин, он медленный. У него два урона. Но он медленный. Меч. Мэджик. Файер. Давайте так попробуем. Я не знаю, червь это или типа того. Я подожду, пока он пройдет. Вспомнил их сопротивляемость. Почему у них сопротивляемость огню? Лучница. Ты думаешь, это принцесса? Я откуда знаю? Давай я возьму, короче, оружие. Я помню, бумеранг попробуем. Большой гриб. Лол. А, типа я заряжен на атаку, пуляешь две штуки сразу, да? Сейчас, подождите. М
Нахи попробуем вот эту. Возможно. Почему у него сопротивление есть? Да уж. Боссы, у которых сопротивление опасное. Ой. Почему его ТМО сейчас не нанесло урон? Я его тоже убил! Давайте мечом попробуем. Может, мечом я его быстрее затыкаю. Получается, что да. Ай-яй. Бля, не, это опасно. А легче на самом деле заюзать. А, ну, немножко научился, ладно. Не. Дерьмо. Дерьмо полнейшее. Комар. Съебись. Хорошему. Японц, меч. Все, поехали. Не, лучше мечом затыкивать его. Да и пчел, ну, прямо на меня падает. Ч
Че это дерьмо? Блин, сопротивляемость всем атакам. Я молчу, потому что, блин, у меня жопа горит. Ох, ладно, пронесло. Heal up, easy. Теперь осталось сходить обратно и отхилиться. Найс. 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 У них чисто сопротивляемость ко всем таким атакам, видам атак. Типа принцесса. А, да, это я, принцесса Изабелли. А, я должен Kid Hap, but чё? Чего, блядь? А ну вернись. Тупая девка. Castle Grounds. Прости, но у меня нет ничего. Тебе нужен топор? А, ты можешь убить босса и получить его предмет. А, герой, возьми эту книгу. Книга смерти. Ты должен сделать это, не открывая книгу. Ни в коем случае. Окей. Он по-любому хочет, чтобы я открыл книгу. Золотые монетки с них падают. Довольно неплохо. Так, армор. Магия. А, книг смерти осталось 0 из 10. Типа, вы видите, где я уже, где у меня книга смерти находится? То есть я там, наверное, столько пропустил. Ясно. Окей. Окей.
Три удара по мне, я труп. Это сложно. Я кто по-вашему? А, у тебя сопротивляемость еще плюс. Вот я идиот. Не, ну на самом деле этот боевой рейнджер не такой сложный. Просто держаться подальше от него. А вот это можно... Типа, а у него одно хп, знаете, ты его бьешь, но ты можешь сдохнуть. Так, сердце получено. Окей. Но мне все равно этих монеток не хватает на броню. Я могу, в принципе, сохраниться сейчас здесь. И фармиться на скелетах. За них, в принципе, дают нормально. Типа, куплю броню, чтобы они меня не так всажали. Вот еще один раз так и... Блин, я не знаю насчет оружия. Вдруг я оружие просто найду нормально. Да, скелеты типа с этого стали намного сильнее. Ну, короче, сохранимся. Погнали. Купим броню. Let's go, why now? Тут автоматически дай было. Тут не пройти. Блин, понимаете, вот в чем минус? То есть я не знаю, где я там стою. Если в первый раз, то ладно, но второй раз это уже не то. А вот он я. Красавчик, да, какой? Вечен, thank you. Давай смотреть, армор. 3 дает. 1 секунду чего? Small staking in this performance. Ну теперь пойди, мне не так сильно должна атаковать. Сейчас попробуем. Что-то одно и то же.
самом деле. Камни телепорта есть, но как телепортироваться? Фиг его знает. Добро пожаловать в мой дом. Ты чувствуешь, когда понимаешь, что ты уже почти около финала, но ты еще... Ах, я думал, это как Кастельвания, знаете, типа предметы падают с них. Ну нет, нифига. Так, ключик есть. Ту-тум. А, ну там только этим достать. Огнем. А, нет, нихера. Я не удивлюсь, если последним боссом будет Баузер. Окей. Писюн. Так, мне бы подожди, сохраниться где-то. Перед тем, как я туда пойду. Окей. Тогда пойдемте сразу туда. Не, на самом деле это очень странно, типа, сделали, что я уже почти около финала. Типа, добро пожаловать в замок, где тебе дают золотые монетки. Где происходит полный пиздец. На самом деле тот мужик, что кидает апре, это все из Кастельвании идет у нас. А, мне ж не достать. А го попробуем. Может, если я эти грибы смогу раздавить, это будет прямая ссылка к Марио. Нужно уебашить этот глаз. Ладно. Там мне не достать. Готово. Пошел в сраку. Пошел в сраку. Не, не работает. Вот насекомые.
Ну это ломающиеся эти. Ага. Сколько мне бежать? Ладно, просто я буду их трогать. Окей. С Богом. Хорошо. Ради монет? Найс. Весь путь преодолел ради монет. Ух, чисто повезло. Что здесь у нас? Я понял прикол локации той. Пускай накинет мне топор и уйдет. А, это неломаемый блок. Посрать. Ну, походу, это сейчас финальный босс. Пиздец. Финальный босс. Не финальный. У него сопротивление. Мэджик. Айтемс. Понимаете, типа, мне книгу дали сюда. То есть, вот это еще должны были быть предметы. А мне дали последний предмет, это книгу. Да уж. Давай бумеранг. Сейчас попробуем так. Ну
Ну, вы понимаете, что здесь происходит? Это жопа происходит. Япон. Ну так не работает здесь. Почему он не прыгает? Ну какого черта он не прыгнул? Типа я был виноват, то что он прыгает, блин. Может, а ну-ка. Попробуем. Ну блин, ну меня это бесит. Я понимаю, что это босс, ну блин. Мне что, типа, само назад возвращаться? Давай пробую так. Как получить камнями пейнтбола? Понимаете, даже прикосновение к нему мне наносит урон. Ну я понял,
3D-демом. Ну я понял этот. Как... Я не успеваю. Что это за бред? Я вот этот вот момент не успеваю увидеть. Ладно, смог. Но это типа единственный момент, когда можно именно так атаковать. Будет классно, если здесь ничего нету. Япон Стоун. Да ладно, серьезно, варп? Мне похуй. Где там? Сори. Не-не-не. Нафиг надо. Короче, так, какие-то локации пошли такие. Это где сейчас, да? Да ладно. А вот эта вот отсылочка у нас идет на Кастельванию. А, тут, короче, два ангела, а сверху CD-диск. Типа между загрузками. Ладно, давайте тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.